Всем привет, ребята, с вами Акул! Ну что, сегодня мы будем играть Weekend League на бездонатном аккаунте. Да, все уже, наверное, слышали, что эта Weekend League просто, скорее всего, поломанная. А почему поломанная? Потому что, посмотрите, какие игроки просто доступны. Бапе 95, дали всем Бапе 95 на 4 дня. Вы что, рофлите? Алло. Чуруем, просто сломали. Прикиньте, что с лицами у тех, кто донатил. Я-то ладно, на бездонатном сейчас буду играть. Ну, в воскресенье-то я на донатом аккаунте буду играть. Ну, в принципе, ладно. Вот такой вот подарок сделали ей на эту Weekend League. У всех будет Бапе, так что у всех жопа будет гореть. Ладно, я вот только что запустил стрим, и сейчас пойду тестить как раз этого Бапе. И уверен, что мы пойдем на какой-нибудь рекорд сегодня. Должны на рекорд просто, ну, тем более с Бапе 95. Да. Короче, поехали. Хорош болтать. Не забудьте по ссылочке в описании переходить на мой телеграм-канал. Там много чего интересного. Подписывайтесь на мою телегу. Также там анонсы стримов. По ссылке в описании. Мой телеграм-канал. Если ты хочешь приобрести новую EFC-25, EFC-Points, монеты, все это можешь приобрести у Дмитрия Ефремова. Магазины Дмитрия Ефремова. По ссылочке в описании проходи. Если скажешь, что пришел от меня, получишь скидку в 10%. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Игры, подписки, EFC-Points абсолютно на любые платформы. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Лучший продавец монет EFC-25. Покупай только надежно. У Дмитрия Ефремова по ссылке в описании. Чат пиздец, у меня даже не мог мне подсказать, что вышел какой-то пик на Мбаппе. Где его взять? Сейчас смотрим. Женщина. Так, нихуя себе, вот это пики. А за что такая щедрость? За что? Глаза разбегаются. Ладно, давайте Айтана Бонмати выберу. Айтана Бонмати. О! Мбаппе! И Венисиус Джуниор, Мбаппе! Кто пиздел? Мбаппе! Отлично. Конечно, мы выберем Мбаппе. Кирилл Мбаппе на 4 дня. Сюда. Ролик назову поймал Мбаппе. А чё? А чё не так? Разве не поймал? Он да, все, поехали. Нормальный состав. Как он состав? Зацените. Ребята, можете заказать тречок. Самое время тречок заказать под Weekend League. Через Donation Alerts можете трек заказать. Йоу. Поцелуй творог собрался, ребята. Медуза распустилась совсем. Надо ее подровнять и поцелуй творог собрать. Так, Килиан Мбаппе, пока я не чувствую его присутствие. Ну что я пропустил? О, Килиан Мбаппе сейчас забежит. По кик-оффу! Килиан! Блять, Килиан, у меня Килиан какой-то из Реала, реально. Предупреждение всем зрителям стрима. Вы в опасности. Не смотрите долго в правый верхний угол. Иначе акул застрелит вас своими осуждаю. Или смотрите стрим в солнцезащитных очках. Какие соски? Какой-то норвежец. Винисиус, лол, у него нет Мбаппе, пизда тебе. Не знаю. Никак. Тильтани. Килиан Мбаппе! Отличный футбольный тренер из меня получился. Но я думал о том, чтобы стать тренером. Может быть, когда-нибудь я стану тренером. Я нажимаю, блядь, чтобы он пас отдал, и он не отдает этот пас. Нахуй! Все, ну, блядь, мы должны выигрывать после такого. Килиан Мбаппе! Килиан Мбаппе! Хотел он последний гол. Найс. Прикольный матч. Короче, у него тоже Мбаппе. Естественно. Блин, что за матч? Вот это футбол. 0-0 чисто. Только не до последней. Уйдет. Фух, ушел мяч. Нет, свести хорошо. Пенальти 0-0.
Да! До сих пор счет не открыт! Да! Счет открыт, ребята! Центр! Почитаю! Хорошо! 2-0! В итоге у меня вообще голов не забьет, чекайте! Блин, Японенко, нихуя, а ты нихуя себе. Отлично, отлично! Все, отбиваем и выиграли. Забиваем и выиграли! Забиваем и выиграли! Найс! Ебать, пиздатый матч! Шведы разъебали. Сюда, нахуй, 5-3. Я, мне кажется, это первый матч, чтобы я 120 минут 0-0 сыграл. Или второй максимум в этой фифе. Я стримлю, я забыл. У вас бывает такое? Бля, опять это... Я забыл, что я стримлю, сижу, потею. Натыкаешь стрим, и ты говоришь про то, что забыл про стрим. Не каждый, только второй. Оп. И на дальний. Но вот это красота, блядь. Пи***ц. Сделайте клип, парни. Пожалуйста, сделайте клип. Я красоту забил. А круг закрыли, топишь? Блядь, крылышки? Я не твою, я их кушаю обычно. Найс состав, вау! В Валоранте, когда появляется бак, его фиксит сразу, через две недели. Через двух недель фиксит. Тут, блядь, багу уже месяц, нахуй. Ну какой месяц? Два месяца. С начала игры не фиксит. Алисон, Ван Дайк, Салиба. Вот это, да, понимаю состав. Кройф и Винисиус. Найс. Эй! Да ну, почему у меня Салиба не отнял этот мяч? Найс. Давай. Килиан Мбаппе! Найс! Дальше выходи своим вратарем, блядь, сидеть. Сука! О, сейчас не держал киков на. На! Хуй, 3-2, нормально, мы в игре. Я не панда. На, хуй, гули-гули! На, хуй, ебать! Камера Вово! Оп. Ну все, он поплыл. На восход? Кинотеатр, что ли? На графине. Как же я хорош, как же я разъебал. О, 7-4, как моя сета прям. Йоу, 7-4, прям как моя сета сейчас, смотрите. Пам. 7-4. Найс состав. Найс, вот это Рафиня неплохо сыграл на отскоках. На отскоках, да, признаю, на отскоках, но гол. Просто по таймингу нахуй. Это мой соперник. Это мой соперник сейчас. Нет, никого. Пи***ц. Ну 2-1, ладно. Б***ь, ну нет, 2-2. Е***ь. Я сам охуел от этого паса, честно. Я не хотел этот пас давать. Я хотел на Винисиуса, но получилось
Охуенный пас. Найс. Нет. А, ну пиздец. Да ну! Ну почему его не остановить? Нормально, 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 нормально. Нормально, нормально. Чё, распить в чате. Ну все, это пенки опять. Напоминаю, мы не проиграли уже 15 пенальти подряд, наверное. Ну ладно, 10 пенальти подряд. На хуй! Открыли счет, открыли счет! Но не банковский. Я так и знал, что он влево ударит. Так и знал. Нормально, нормально, нормально. Не на меня. Ах ты, нихуя. Вот это у меня нихуя. Красиво. Пам! Пам! Пока идет ровно все. Центр, это центр. Это центр, братан. Блять. Гризманчи, гризманчи. Мидл! Это он соебал по девяткам. Фу, нормально, 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 нормально. Девяточка, йоу! Девяточка, йоу! Девяточка, йоу! Да! Да! Блядь! А? Какую же? 20-я серия пенальти, выигранная моё. Я уже не проиграл месяц серию пенальти. Восьмая победка, сюда, на. По-любому надо брать десяточку, йоу. Это будет рекорд, если я возьму десяточку, йоу. Смотрим на состав нашего соперника. Какой бы он оказался бомжом. Так, Куртуа, Джордж, Айтан Бонмати, Мбаппе, Кин. Первый пошел. Ну все, я въебал походу. Близко ударил. Ай, все, ГГ. Неплохой результат все равно. Я хорош. Я действительно очень хорошо отыграл. И, ну, все равно достойный результат. Набор с 3.82 плюс. О, волкаут. ЛЗ. Португалия, это этот. Ну как его там в Сити играл? Ну вот этот в Сити играл. Ну вот этот в Сити, да, вот он, Джао Канцело. Все, я знал, я просто забыл его имя. Так, 10.82 плюс. Опять улкаут. ЦП, Германия. Гюндоган. Гюндоган. Ой, Гюндоган. Вот так вот. Найс, хороший пакетик. Опять вулкал, ЦАП Америка. Дональд Трамп. Нью-Йорк. Что, Нью-Йорк, Габриэль? Ловили. И набор 87, погнали. Это вулкал, женщина. Может, пиздец, женщина, ФРВ. Ловили, опять, ловили. Только что нам упал ловили, и второй раз там падает. А, нет, Портленд. Что, блядь? О, нихуя! Вот это, кстати, неплохо. Вот это, кстати, неплохо. Хуй бы продаваемая была. Блять, непродаваемая. Но 50 тысяч. Ладно. И набор 87. Давай. Ну хоть здесь повези. О, нет, мне кажется, это какая-то. ПЗ, Англия, женщина.
за женщина, кто же это? Кто это? Я не знаю. Кто? Я герой женщины не знаю. Осуждаю, кто ее назвал? Скот. Мал? Не чтобы был мал? Осуждаю, кто ее так унизил? Почему она скот? Пам. И это у нас... Кто это? Бля, хоть бы пиздатый кто-то. Германия, ЦАП. А, не знаю кто. Кто это может быть? Понятия не имею. Да, ну и хуй, бля, 85, пиздец. Просто жалко Фодоров, это еще просто безнонатный аккаунт. Да, ну вот так вот, да, не получилось 10 побед сделать, ну просто ужасно, ужасное чувство. Чуть-чуть не хватило. Да, я что, краб? Ну нет, даже не краб, блин. Просто обидно, вроде бы 9 побед сделал, вроде бы рекорд этого аккаунта, потому что на этом аккаунте мы еще 9 побед не делали, но в то же время и тиль, как будто могли лучше сыграть, но 9 побед пока, мы заложники 9 побед, больше не можем сделать, но ничего страшного, следующий ролик уже будет на донатном аккаунте, и там мы за Мбаппе, может быть, на донатном аккаунте сделаем десяточку, йоу, поэтому заходите на прямые трансляции, да, всем пока, ставьте лайки под этим видеороликом, конечно.